уважаемые коллеги, вообще в работе Зеленскийщины принимает активное участие членов Академии геополитических проблем. Ну, вообще, Владимир Григорьевич, правда, нет, так далее. Но то, что сказал Александр Иванович, полностью лежит в области геополитики. И как бы мы ни хотели, там, не ужимаясь, там, сказать, что нельзя про политику говорить, можно про политику. Вот эта геополитика фактически становится внутренней политикой планеты Земля. Это мы между собой разбираемся пока. А в целом должна выработана быть внешняя политика Земли. Потому что там геология, там, или новая, там, или как она там будет, вселенская там политика, там, но только слово политика надо вытянуть. Потому что любой вопрос, связанный с вопросом власти, называется политическим власти. Кто кем командует, кто того строит. Это мы марсиан или они нас. Нельзя в космосе, это не проходит. В космосе гармония. Поэтому пусть геополитика остается пока, пока остается внутренним делом планеты Земля.